В администрации муниципалитета состоялось очередное заседание Общественной палаты Ленинского городского округа. На повестке дня у лидеров общественного мнения самые актуальные вопросы и перемены во всех сферах жизни округа. Одна из последних новостей – на муниципальной дороге Видном впервые установили тросовое ограждение. Речь идет о Белокаменном шоссе в районе поворота на деревню Дыдылдино. Участок опасный только за 2022 год. Здесь произошло 5 ДТП, где водители и пассажиры получили тяжелые увечья. Тросовое ограждение установлено для предотвращения выезда на полосу встречного движения. Основные разрывы тросового ограждения поворота направо-налево, если мы едем в Видное, если мы выезжаем в Видное, они сохранены и остались. Под пристальным вниманием общественников вопросы жителей, которые поступают на портал «Добродел». Одним из самых актуальных стало благоустройство аллеи на Советском проезде. Приглашенный гость, заместитель директора МБУ благоустройства Дмитрий Черкасов, рассказал, как преобразится ее внешний вид. Мы будем высаживать Royal Red, такие клены. Ну, не можете, загнутся у нас? Можете посмотреть, ну, везде приживается, я не знаю, если правильно высаживать и правильно ухаживать, я думаю, что ничего с ним не случится. Можете посмотреть. Высаживать мы будем в конце, во второй половине ноября, это так правильно по нормативам. Всего за час встречи общественники успели обсудить более десятка различных вопросов. Наиболее острые, требующие пристального внимания, взяты под контроль.